Добрий вечір. Програма «Гаряча лінія» в ефірі телеканалу «Миколаїв». І сьогодні гість нашої студії Станіслав Мартіросов, начальник управління інформаційної діяльності та комунікації з громадськістю облдержадміністрації. Доброго вечора. Раді вітати вас в нашій студії. Добрий вечір. Пане Станіслав, наша сьогоднішня тема – це декомунізація. Власне, процес триває в Україні і в Миколаєві, зокрема. Цікаво, з чого він починався в Миколаєві і як зараз, власне, триває цей процес? Ну, починався він в Миколаєві, наверное, з демонтажа спонтанного пам'ятника Леніна на Главной площади, ще до прийняття закону, ще в 2014 году. А, в общем-то, процес декомунізації у нас не тільки в Миколаєві, і в області, в цілому по всій Україні, почався год назад, почти год назад, з прийняттям закону про осуждение коммунистического и национал-социалистического режимов и запрещение их пропаганды, их символики. И в процессе этого, исполнения этого закона местных органов самоуправления, местных органов власти было несколько этапов возможностей по переименованию улиц, названий, связанных с коммунистическим режимом, ну, поскольку с национал-социалистическим режимом у нас никаких улиц не связано. Вот. И с демонтажом памятников. Первый этап был с 21 мая прошлого года по 21 ноября, тогда это могли сделать местные советы. С 21 ноября прошлого года по 21 февраля этого года, когда это могли сделать городские и сельские головы своим распоряжением. И с 21 февраля по 21 мая это право перешло главам областных государственных администраций. И сейчас, вот сейчас как бы завершающий этап этой, ну скажем так, принудительной декоммунизации, что связано с названиями городов, с названиями районов, улиц и демонтажом памятников. Ну, если мы заговорили о демонтажах памятников, вы помните, вы были на площади тогда, когда сносили памятник Ленину? В тот момент на площади не был. Но, тем не менее, за событиями вы тогда следили. Смотрите, памятник валили до того, как был принят закон. Задолго. Правильно? А насколько на тот момент это было законно, или это вот настолько спонтанное желание было вот избавиться от, хотя бы в таком виде, от тоталитарного режима, что люди пошли. Вы знаете, в Польше, в Чехии, в Словакии эти памятники тоже спонтанно сносились, где-то начиная с 88-го, с 89-го года прошлого столетия. И спустя вот больше 20, как четверть века, мы видим разницу между тем, как живет сейчас Восточная, Центральная Европа, и как живет Украина. Безусловно, прямой связи. Ну да, только хотел сказать. Прямой связи нету, с одной стороны. Но с другой стороны, когда вы живете в Чехии или в Украине, выходите на улицу и продолжаете видеть памятники Ленину, памятники Дзержинскому, памятники деятелям того режима, который однозначно нельзя считать иначе как преступным. Миллионы жертв. Миллионы жертв абсолютно невиновных, уничтоженных людей, то это где-то на подкорке откладывается, и где-то на мыслях людей и откладывается, а действие есть продолжение наших мыслей. И извините, потом, почему мы удивляемся, что у нас были сторонники русского мира, а кое-где на территории Украины они сейчас доминируют. К счастью, Николаев этой участи избежал. Поэтому, на самом деле, я считаю, что органы местного самоуправления уже 25 лет, как могли, почти 25 лет, с обретением Украины независимости, могли и имели моральную обязанность и право все эти символы снести, уничтожить, определить их в каком-нибудь там отдельное место, потому что никто не отказывается от этой истории. Но одно дело, когда мы изучаем и чтим свою историю, какой бы она ни была, но и совсем другое дело, когда мы какими-то именами называем улицы, ставим этим людям памятники, то есть мы им благодарны. Но можно быть благодарным товарищу Ленину, который прямо говорил, что необходимо захватывать Украину, необходимо тут продразверстку проводить и всех буржуазных националистов украинских уничтожать, ну и так далее и тому подобное, и всем остальным этим деятелям. Поэтому история – это одно, а почитание, ну, в данном случае почитание – это больше похоже на мазохизм какой-то.
Что, ну, в то же время, когда, опять-таки, сносили этот памятник, там же было очень много сторонников того, чтобы он оставался на площади, и я не думаю, что они куда-то исчезли из Николаева, вот прямо вот все. Вы знаете, часть исчезла. Ну, как минимум, ну, слава Богу, как минимум 17 человек, мы точно знаем, что поменяли там на Востоке. Часть исчезла, часть, возможно, осталась, но как бы вся история Украины, начиная с 1991 года, на мой взгляд, это демонстрация того, что ну, на старом уже дальше ехать некуда. Все, нужно меняться, трансформироваться. И мне кажется, что Украина в 2013-2014 году достаточно ясно и четко сказала, что показала свой вектор движения. Несмотря ни на что, ни на все сопротивление, мы в этом векторе будем, мы в этом векторе, по этому вектору продолжаем двигаться. И декоммунизация – это один из частей этого движения. Ну, тем не менее, еще достаточно памятников в Николаеве, которые ну, поставлены в память о том режиме. Тоже в парке Петровского, например, если я не ошибаюсь, он еще стоит, да, правильно? Стоит. Собственно, а вот что с этими памятниками будет дальше? Они будут уничтожаться или, может быть, будет создан музей, но чтобы почитатели все-таки имели возможность куда-то прийти посмотреть на своих кумиров? Ну, почитатели как почитатели. Речь идет о том, что есть памятники, которые, безусловно, представляют какую-то художественную историческую ценность. А это авторские. Да, авторские. Да, а есть какие-то памятники, которые ну, абсолютно проштампованы, одинаковые везде. Вот для первой категории создается в Краеведческом музее, в нашем Николаевском, парк тоталитарного режима. Сейчас мы мониторим ситуацию и, скажем так, собираем информацию о том, сколько памятников, где еще осталось. По нашим данным, если на год назад было около 170 памятников, то сейчас где-то около 80-87 осталось. И будет распоряжение главы администрации областной о демонтаже этих памятников. Дальше все памятники находятся на балансе, как правило, органов местной власти. И предложение облгосадминистрации, администрации, памятники, которые представляют ценность какую-то художественную, это направить их в краеведческий музей, дабы они там хранились, потому что, повторяю, историю нужно изучать, какой бы она ни была, и помнить. А те, которые не представляют художественной ценности, но владельцы, то есть местные общины в лице там, городских сельских голов, городских сельских советов, будут сами принимать решения о том, что с ними делать. Но они должны быть демонтированы, на улицах их быть не должно. А есть информация о том, ну хотя бы приблизительно в процентном соотношении, сколько работ действительно имеет какую-то художественную ценность? Ну сейчас я не готов сказать на этот вопрос, ответить на этот вопрос. Дело в том, что не готов ответить на этот вопрос, но незначительное количество. На самом деле не так их много. О памятниках поговорили, там есть еще очень много улиц, которые сохраняют старое название, которое опять-таки посвящены тоталитарному режиму. Как с этим обстоят дела? На начало процесса декоммунизации около 1500 улиц, парков, скверов, проулков в целом по Николаевской области, ну, скажем так, подпадали под действие закона о декоммунизации. На данный момент осталось 326 улиц, проулков, скверов и так далее. Но у нас еще есть несколько, достаточно большое количество сел, населенных пунктов и целый район, который еще не переименован. Это прерогатива Верховной Рады, потому что из 48 сел и поселков и одного района пока только 6 переименовано. Но, насколько мне известно, в ближайшее время будут села переименованы решением Верховной Рады Украины. А вот что касается населенных улиц и прочих, то 326 улиц, из них пока что, к сожалению, печальный рекордсмен – это город Первомайск. Почему? Мне трудно сказать. Дело в том, что очень многие сельские городские советы до 21 ноября не воспользовались своим правом переименовать улицы. Очень многие. А почему не воспользовались?
Я думаю, что есть, несколько причин, но одна из них, которая главная, это выборы местные, которые были осенью прошлого года. Потери электората. Да, не хотели, возможно, кандидаты в мэры, кандидаты в депутаты педалировать эту тему или давать там какой-то козырь своим оппонентам. Поэтому до конца октября, пока не состоялись выборы, не поднимали этот вопрос. А потом до 21 ноября, ну как бы уже некогда было, все делили портфели, кто секретарь совета, кто там фракции, комиссии и так далее. А потом право перешло городским головам. Вот Николаевский городской голова этим правом воспользовался. Не в полной мере, на наш взгляд, но он больше 120 улиц переименовал. И как бы переименовал. А вот Первомайский городской голова, который и был до 2015 года, и опять же снова избранный, я не знаю по каким причинам, то ли это нерешительность, то ли это какие-то причины. Но в любом случае сейчас это право перешло главе областной государственной администрации. Он этим правом обязательно воспользуется. И для того, чтобы... Почему было хорошо и важно, чтобы местные общины это сделали? Потому что все-таки на местах виднее, какие есть деятели, например, национально-освободительного движения, какие-то просто местные да, личности, художники, скульпторы, достаточно исторические какие-то деятели. Ну, собственно, никто не ограничивает. Абсолютно. Да? Община могла быть... Есть только одно ограничение. Чтобы это не было связано с коммунистическим режимом. Все остальное, пожалуйста. Хоть цветочная, абрикосовая. Ну, вот как раз цветочная, потому что в итоге 106 улиц названо центральными, в том числе и проспект. Вот интересно, ваше личное мнение, как горожанина, как николаевца, а как нужно было назвать проспект? Я на сайте городского совета голосовал за... Там был то ли проспект Аркаса, то ли Аркасовский проспект. Я хотел, чтобы а можно было вернуть историческое название? Возможно. Таврическое, да, если не ошибаюсь? Херсонское. Можно было вернуть и историческое название. Но я лично голосовал за проспект Аркаса. Ну, мэр решил так, как он решил. Вот. Как будто обезличенный получился совсем. Ну, к сожалению. Как дело в том, что 106 улиц центральных вот появилось, а до этого, ну, мы просто начали считать, сколько было до этого центральных улиц. По Украине. И на цифре в 1000 мы остановились, потому что поняли, это очень много, это безнадежно. Ну, я думаю, что дело в том, что переименовывать улицы городские советы могут и дальше. Это их право. Не только в рамках закона о декоммунизации. Давать новые имена, переименовывать. Главное ограничение, чтобы не было коммунистического режима. Вернемся к нашим улицам, которые сейчас как бы, ну, право перешло главе областной госадминистрации. Да. Для того, чтобы учесть мнение жителей и Николаева, и Первомайска, на сайте облгосадминистрации открылось громадские слухания в виде электронных консультаций. То есть можно найти на сайт облгосадминистрации, найти там есть кнопочка переименования, и там открывается доступ к населенным пунктам в области, где идут переименования, в Первомайске и во всех других населенных пунктах. Заходите туда и видите, какие улицы переименовываются, и там можно высказывать свои предложения. Это сразу говорю, это не голосование, это обсуждение. Процесс этого обсуждения, результат обсуждения, он мое дурачье, скажем так. Дурачи, до решения будет принимать городской голова. Ну и городской что? Голова? Ой, прошу прощения, глава администрации, глава государственной администрации. Но в любом случае это будут не коммунистические названия. То есть люди заходят, люди голосуют, мы призываем заходить на сайт активнее, голосовать активнее, но голосование оставить все как есть учтены не будут. Потому что есть закон, его нужно выполнять. Скажите, а сколько времени есть у людей для того, чтобы высказать свое мнение? До 18 мая этого года. То есть больше месяца еще осталось. И потом будет издано распоряжение в рамках закона о переименовании. До 18 мая у всех есть возможность зайти на сайт, посмотреть и высказать свое мнение. Скажите, а насколько, в принципе, люди активны в этом вопросе? Ну, я так понимаю, что вы глубоко погрузились в его изучение.
Насколько люди охотно идут на те же голосования, насколько охотно пользуются интернетом для этого, или все-таки больше обсуждают на кухнях, тихонечко? Ну, невозможно же на каждой кухне, вот прийти на каждую кухню и узнать, услышать, что думают по тому или иному поводу. Для того и существуют и сайты, и другие способы связи. Если вы хотите, чтобы государственная власть, в частности, вас услышала, обращайтесь. Возможности есть. Нужно только сделать небольшое усилие. На мой взгляд, голосуют сейчас не очень активно. То есть хотелось бы, конечно, чтобы больше голосовали. Особенно нас интересуют даже не город Николаев, а тот же Первомайск, другие города. Нас особенно интересуют, опять же, местные какие-то личности, местные исторические названия. А можно вносить свои какие-то предложения на сайте? Там два варианта. Либо высказываешься за то, что вот наше предложение облгосадминистрации, там есть предложение, либо другой вариант. И высказываешь тот вариант, какой считаешь нужным. Смотрите, если мы говорим о городе Николаеве, есть несколько спорных улиц, жители которых не согласны с новым названием. Могут ли люди уже после волевого решения городского головы, главы администрации, повлиять на процесс и каким-то образом, предложив свое название, снова поменять? Можно, но это уже будет не в рамках действия закона так называемого декоммунизации. Повторяю, городской совет Николаева, как и все другие городские советы, по закону о местном самоуправлении, имеют право переименовывать топонимы, улицы, переулки в любой момент, когда они этого пожелают. Единственное вот ограничение – это выполнение действия запрещения пропаганды символов коммунизма и национал-социализма. Есть городской совет, есть петиции сейчас электронные и замечательные. Если не нравится новое название, обращайтесь к депутатам, обращайтесь к городскому совету, предлагайте новое название. И как решит горсовет, так и будет. Ну, в принципе, если мы говорим о городах, о том же Первомайске и Николаеве, здесь, ну, насколько я понимаю, больше людей активных, готовых там и голосовать, и заходить на сайт. А если мы говорим о небольших населенных пунктах, то как там идут обсуждения или шли Знаете, обсуждения? Мы очень активно, на самом деле, кроме электронной почты, есть... Приходит и обычная почта, люди высказываются, задают вопросы. Например, очень активно, можно сказать, включилось в обсуждение переименования топонима в Баштанка. Мы очень активно сотрудничаем с местными средствами массовой информации, печатными прежде всего. Вот совсем недавно в Баштанской газете они нам прислали запрос, мы очень развернутый ответ написали, там идет достаточно бурное и активное обсуждение. То есть местная громада, да, они такие активные. Да, есть активные. Все зависит от людей, возможности связи есть, и они не такие сложные. Я вот смотрю, вы закликаете всех небайдужих громадян, науковцев и краезнавцев. А при подготовке новых названий улиц действительно проходила какая-то научная, краеведческая работа, да? То есть вы работали с... У нас были обращения различных общественных организаций. Это что касается, ну, как бы больше местного. И были обращения, проходил сбор информации через местные органы государственной власти, через райадминистрации и через, скажем так, исполкомы городов. Вот чем плохо, вот опять же, чем плох рекордсмен Первомайск, были запросы. Но коли вы уже до 21 февраля, не, есть переписка, если вы не переименовали, то дайте хотя бы, если у вас не хватило воли, желания или ну чего-то вы боитесь, то сделает глава облгосадминистрации. Ну дайте свои предложения. Вот, к сожалению, город Первомайск, ну, прислал нам такую таблицу, где с левой стороны улицы, которые необходимо переименовать, по их же предложениям, что да, эти подпадают, мы переименовываем. А во второй столбике таблицы было, ну, столбик назывался «Ваши пропозиции», а там пусто, ноль, к сожалению. Поэтому только сейчас надежда на активных горожан, на активных первомайцев. Ну, а где же эти активисты были раньше? Почему вы сейчас на них полагаете, возлагаете надежды?
предложений ноль. Это предложение ноль было от городской власти. От городской власти. А сейчас мы на них возлагаем надежды, потому что мы вступили в права переименования облгосадминистрации с 21 февраля 2016 года. До этого это была абсолютная прерогатива и право местных органов власти. Ну, а вы каким-то образом сейчас общались с руководством города, с чем связана такая вообще пассивность в этом процессе? Ну, давайте я не буду комментировать, я так уже про Первомайский говорил. Я думаю, что, может быть, вот эта телепередача заставит их как-то проявить большую активность в плане переименования коммунистических символов. Подытоживая, результаты обговорення будут оприлюднені по их закінченню. Еще раз, статистика по Николаевской области. Сколько осталось у нас непереименованных населенных пунктов, улиц, если мы в целом говорим? У нас непереименован остались 42 населенных пункта и один район, но это прерогатива Верховной Рады Украины, и, насколько мне известно, скоро они будут переименованы. У нас непереименованных осталось 326 улиц в разных районах и городах Николаевской области, и недемонтированных 87 памятников, монументов, мемориальных плит. Что касается плит, памятников и сел, это, опять же, в любом случае. А что касается улиц, призываем всех жителей области активно включаться в процесс обговорення. На сайте облгосадміністрації. Що ж, я дякую за те, що завітали до студії. Дякую за відповіді. Будемо сподіватися, що нас почують. Спасибо вам.